Тандарский белый король, белый король, потому что белый король, потому что король. Вот так вот. Это у нас третья девочка из группы Дазл. Соната Даск. Ну что могу сказать, действительно. Витает в облаках, очень добродушно, все нормально. То есть, знаете, вот. Ангел баланс в этой группе, потому что вот реально. Как говорится, есть такая шоколадка для нежности, а есть такой человек, который вот мы ему подбираем. Вот демонстрирует она вам прически. Я не знаю, получу я трек на этом видео, не получу. Если не получу, видео выйдет, потому что, ну, не хочется портить репутацию канала, ну тут, понимаете, либо бан, либо пропал. Итак, что у нас? Что это у нас? Мне кто-нибудь объяснит? А, это у нас креативные волосы. Давайте вот так, черный с синим. Я же в андеграунде там накреативил. Там вообще в андеграунде вообще... Я понять не могу, почему андеграунд терпеть не могут. Там вообще там столько... Просторы для творчества, пожалуйста, раскрой хоть в крапинку свою тачку. Нет, там физика не нравится. И вот так вот. Ну, господи. Такое ощущение, как будто еще стошнит. Короче говоря, я не поспите немножко. Может быть, я и пройду немножко, потому что реально, ну... Это мне нравится, это мне по душе реально. А почему я взялся за эти девчушек? Ну потому что, понимаете, у каждого свои недостатки, и надо все-таки в людях находить что-то хорошее. Потому что, ну, человек, он не всегда тот, за кого себя выдает, то есть... Получше узнаешь... Так, не надо переодеваться, моя хорошая. Ну, вау. О май год. Так. Так, все, закройся, подожди. Ребят, ну это вообще... Вау. What the fuck?